Всем привет! Я Гончаров Вячеслав, состою в проекте «Я не боюсь» и нашел на просторах интернета интересную такую, не статейку даже, стих. Стих «Кто кому должен». Это уже современное творчество, но по мотивам стихотворения Джанни Родари «Чем пахнут ремесла» на основании его стишок. Кто не в курсе, ознакомьтесь, прочитайте. Оригинал не буду показывать. Новая версия. Итак, кто кому должен? Должен в России случай особый. Спорить про это даже не пробуй. Всех посчитали, никто не сбежал. Только родился, уже задолжал. Должен работать, должен учиться. Больше плодиться и меньше лечиться. Должен квартплату, зарплаты, налог. Должен, едва ты шагнул за порог. Должен больной персоналу больницы. Должен водитель мэру столицы. Должен родитель школе помочь. Шторы, карнизы, обои и прочее. Должен студент за экзамен декану. Баню, поляну, массаж и путану. А тот, кто декану зажал погулять, будет калибр испытывать лять. Должен алкаш потреблять и не сохнуть. Должен старик своевременно сдохнуть. Каждый обязан стране, дорожна. Только страна никому не должна. Если родился в России, обязан. Должен, плати или будешь наказан. Махом умелой гвардейской ноги здесь полпинка выбивают долги. Должен ты множество всяческой хрени. Должен платить за бензин до ядрени. Быстро не ездить, не писать в кустах. Не собираться в публичных местах. Должен смотреть в зомбоящик часами. Мнение свое выражать голосами. Путину должен во всем доверять. И одобрять, одобрять, одобрять. Дело затеял свое Гремыка? Должен без шума и пыли и крика. Должен пожарным и должен полиции. Должен по новой мэру столицы. Должен погонам и должен браткам. Жадным карманам и потным рукам. Ждут нестерпением деньги твои. Банк страховая, УБЭП, БТИ. Должен налоговой, должен горгазу. Всем проверяющим органам сразу. Понял, холоп, ты мелкая вошь. Всем регулярно вынь да положь. Так от побоев порой подбывая, ямище наше живет долговая. Все как один государству должны. Все государству не очень нужны. Давеча текстом прямым огласили. Вас, идиотов, рожать не просили. А коли явился на свет во плоти, вовремя и аккуратно плати. А кто расплатился, ишь борзый какой, срочно ногами вперед на покой. И пусть на могилке напишут ему, этот не должен теперь никому. Граждан, отдавших последние тысячи, сколько лежит вас на тихом кладбище. Верю, пройдет 370 лет, рядом приляжет и ваш не поэт. Вот такой вот интересный стишок. Ставим лайк, подписываемся. Всем пока-пока.